Ну что, всем большой привет. Как у вас там? Нормально? Ну это хорошо. Малышандра, там скучают по тебе уже, говорят. Что тебя не показывает, а? Да он весь в движении, да, в работе, а? А? Что такое, а? Опять что-то сгрыз? А ну говори, что сгрыз? А? Красава! И вывалился весь, а? Мы тут работаем вовсю, да. Готовимся жарить конкретный шашлык на всю нашу станицу. Вот, поэтому мне нужно будет дрова, желательно фруктовых деревьев. Поэтому видите, как все, а? По красоте, все как надо. Так, ну если правда, честно, то рассказывай. В общем, сделали обрезку вот этой абрикосы, громадной, большущей. Вот от нее постоянно мусор, тля, птицы гадят постоянно. Я не сторонник деревьев, да, наоборот, я только за. Но чтобы не вот так они росли, не во дворе. Другое дело, если здесь какая-то земля, что-то, огород, там, те же листья падают, там, удобрения. Здесь это просто создает мусор. Пользы практически никакой. А мусора убирать на целый год. В саду, пожалуйста, хоть по 15, хоть по 20 деревьев, вот таких пускай растут, там как бы вообще в этом плане разговоров нет. В общем, вот так, с этой стороны я обрезал. Почему все не обрезал? Потому что здесь как бы такой еще есть, имеется маленький спорный вопрос. Я не знаю, я еще же говорю, не проверял. Помните, я говорю, нужно будет заказать, чтобы ребята пришли, перемерили весь участок. Вот. Получается так, что от забора вроде так сантиметров 30 или 40, вроде даже не моя земля, а она относится к соседнему участку. Опять же, я же говорю, я не знаю, потому что все вот это было общий участок. Потом, когда делили все, вот забор вроде этот уже стоял, остался как и есть. Но опять же, это нужно будет пригласить ребят, чтобы они приехали, все перемерили. Но это тоже денежки надо отдать, наверное, 6000-7000, а того может быть даже 10. Потому что у нас есть еще вот там вроде завал в конце двора. Ну, это прям сильно не критично. И получилось как. Я обрезал со своей стороны деревья. Это осталось все там, вот у соседей. Ну, этот вопрос, я же говорю, там решим, узнаем. План у меня межевания есть, но он такой образный. Там нету вот сказать, да, вот это мое, это твое. Просто есть план, да, вроде по плану техническому, опять же, в это сильно не углублялся, но участок правильно вроде промежован, вот, а именно где конкретные границы, вот это я еще не знаю, как я буду определять. Ну ничего, мы вот так все попилили на хворост, вот на такие кучки, вот на такие уже серьезные, да, здесь тоже все порядок наведем, уберемся. Поехал я, купил масло для смазки цепи, показывал я свою крошку, это бензиновая пила от бренда Хутор, модель у нас BS2800M. По характеристикам, мощность у нас 2,8 кВт, длина шины 505 мм, количество звеньев 76, ёмкость топливного бака 550 мл. Ну, в принципе, его хватает. Напилит как по маслу. Если честно, если бы не она, я бы тут на дня 2-3, наверное, точно бы остался бы. Понравилась защита. Срабатывает при попадании ветки. Что-то моментально останавливается наша цепь. Здесь двухтактный двигатель. Работает на 92-м бензине. Все хорошо, прекрасно. Пускач. Также кнопка включения, заслонка подачи воздуха. Вот все, регулировка есть оборотов холостого хода. Также есть регулировка подачи смазки цепи при работе. Бачок под это масло идет, обычное цепное масло, сюда залил. Самое главное, она легкая, очень удобная. И да, знаю, будете спрашивать, где приобретал данную пилу, а приобретал ее на официальном сайте Хутор. Друзья, плюс вам еще прилетит промкод от меня на скидку 10% на всю садовую технику до 15 числа данного месяца. Цепь, кстати, родная, я не менял, говорят там, ну, родные цепи не очень как-то, не знаю, пилит как по маслу, я же говорю, прям вообще, да, малыш? Здорово. Как вы знаете, я, по-моему, уже говорил, нужно будет поехать к маме. У нее тоже старая абрикоса. И нужно будет там немного тоже спилить. Так, бензин. Возьму с собой заправку, потому что, ну, мало ли, там нужно будет пилить много. Прям понравится. Я во вкус войду. Но пилится классно. Классно пилится. Вот экена вообще прям. Я вспоминаю свое детство, когда мы ездили, пилили там бревна. Там была просто сумасшедшая, громадная бензопила.
Вот четвером, наверное, держать, это было что-то с чем-то. Работала она тоже на бензине, но она коптила там так, как будто, я не знаю, кировец завелся. Это вообще было что-то с чем-то. Красавчики, а? Красавилы вы наши, а? Так, у некоторых появился интерес, а почему же наши неразлучники живут с ожерелыми? Нельзя же там, как бы вроде там будут драться. Друзья, ну если кто не знает, внимательно ролики смотрит. Вот, и я говорю, что я наблюдал, когда я посадил этих прекрасных птиц вместе. Вот, и я скажу, все прекрасно прошло, они не дрались, до сих пор не дерутся. Прекрасно они себя чувствуют в этой громадной клетке. Насчет домика, этот домик вообще рассчитан для неразлучников. Он не маленький, здесь вполне хватает места, это все замеры взяты от заводчиков, это опыт. А под ожерелых, конечно же, сделаем побольше домик, да? Та-та-ри-та-та. В дом пойдем? Почему здесь все очень просто? Здесь свободная клетка. Они себя здесь комфортно, прекрасно чувствуют. У них есть все. Берем бензинчик, заправляемся и вперед. Вперед погнали. Едем к маме. Там тоже немного поработаем. И обратно домой, потому что работы сегодня прям много. Прям дофига, я вам так скажу. Почему мы занялись пилкой деревьев? Потому что сейчас будет стоять 2-3 дня хорошая погода. Кстати, погода уже будет восстанавливаться. Вчера, знаете, кого я слышал? Журавли прилетели, а это значит, все уже будет тепло. Не сказать, что вау, супер, какая-то будет большая температура. Вот, но весна потихонечку уже все вступает в свои права. В Тёмкиной комнате. Приеду, все расскажу, все покажу, почему я сейчас там не нахожусь. Да все очень просто, мы поклеили обои, чтобы не было сквозняка, двери сейчас закрыли, пускай они высыхают. Вот. И потом уже конкретно плотненько займемся. Тем временем, когда у нас сухнут обои, чтобы, говорится, нам не просиживать, вот, не расслабляться, мы займемся, да, активной работой. Так что мы все погнали работать. Вам приятных просмотров, сегодня будет жарко. Вперед! Вовремя мы успели попили деревья, и у мамы здесь уже начинался дождь.
Вот, ну ничего, успели, закончили, это хорошо. Я хотел утюг заказать, не знаю, что-то там с доставкой случилось, то не было в наличии, потом какие-то задержки. Измельчитель веток, вот щепу я бы пустил, подсушил бы ее на копчение, а остальную можно было на мульчу в огород, было вообще шикарно. Эти деревья тоже не пропадут, ветки, поленья, можно и на шашлычок. Вообще планирую все сжечь тоже, вот эти все дела. Единственное, нужно будет бак мусорный почистить, вот, потому что там что попало сжигал, и чтобы у нас уже чистая была зола пошла на огород, это будет прям вообще шикарное удобрение. Коржан! Кекс, кекс. А? Где твой кент? А? Кекс. Кекс. Неужели я тебя запомнил, а? А то коржан да коржан. А? Ай, нам не драться. Не драться. Чем займемся? У меня крепление под нашу трубу водосточную. Как вот здесь, видите, крепил я. Все закрепил, все хорошо у нас, снег есть. И дополнительно, наверное, я еще один установлю. Тем более у нас трубы есть, вот, с запасом мы брали. Вот сюда еще одну мы врежем. У нас есть уже вот такая воронка готовая. Остается просто высверлить у нас вот эту дырку короночкой. И сюда на защелку раз, и вуаля. Все, труба у нас пойдет аккуратненько вот здесь. Вот, и будет нам счастье, будет прям красота. Единственное, нужно будет крепление анкера найти. Вот под эти крепления. Сейчас в магазин поеду, возьму что-нибудь. Закрепим. И потом подумаем насчет технического колодца. Под наш водопровод, потому что туда я планирую установить станцию. Было давление. Размер очень маленький, но и нужно будет электричество подвести. Там не развернуться, нереально. Нужно будет расширить, все сделать. Кстати, уже тюльпанчики пошли всадить вовсю, прям много их. Сейчас туда-сюда и розы попрут. Нужно будет машину разгрузить. У меня тут все с собой. Наша пила. А вон, я думаю, что запах бензина. Чуть-чуть вон вылилось. Я тут еще удобрение взял себе, мешочек небольшой. То, что тест-драйв, она конкретный прошла. Так, ладно, это мы разгрузимся. Нуждик пошел и прям что-то похолодало, похолодало. Не сказать сильно, но все же есть. Пока опять морозы не пошли, потому что погода будет портиться. Эти журавли прилетели, но все же еще, как говорится, погода нестабильная. Вот. Уже добьем все наши маленькие дела на улице. Уже спокойно пойдем в Темкину комнату, там собирать тумбы, мебель. Устанавливать доборы, плинтуса, работа есть. Я как раз заходил, уже обои подсохли, вот, поэтому там уже будем работать в тепле. Хотя, я же говорю, эти деньки погода стояла прям шикарная, шикарная, классная. Вот, чего и вам желаю. Я там посадил еще семена на рассаду, пришли наши баклажанчики, два сорта, плюс посел перец, что семена прислала подписчица. В общем, домой приеду, тоже вам закажу, покажу все. Все, я погнал в строительный, сейчас подберу крепление и быстренько забабахаем. Вот, и будет нам счастье, да? Так что все, вперед, оставайтесь с нами. Красавчик. Так, малыш красавчик. А кто еще капитальный красавчик, а? Все.
Все верно. Вы, мои дорогие друзья, мои зрители, вы капитальные красавчики. Ну что, мы поработали, установили мы водосточную нашу систему, вторую. Вот получается теперь у нас один слив вот там, он берет с той стороны. Хотя, о чем я говорю, давайте я вам все покажу. Может, кто-нибудь даже и не видел. Кто с нами давно, то те, конечно, видели. Многие тогда писали, сделай еще второй слив, потому что один может не справиться, хотя пока справлялся. Вот. Вот оттуда идет у нас, чик-чик-чик, сюда, вот так. И вот сюда у нас все сливается. Вот так, жик. Да, здесь пока а-ля колхоз, вот так. Вот, видите, сделал. Вниз не опускал, почему? Потому что все очень просто. Еще отделывает нам цоколь, двор, уровень где-то будет подниматься. Соответственно, опять будет труба мешать, ее нужно будет подрезать. Ну, пока пусть вот так будет, это временно. Временно вот так сделали, водичку отвели, все, она уже будет туда бежать. Вот. И все. И вот эта вся часть вторая пошла у нас уже на эту сторону. Здесь я тоже решил врезаться. Вот. И теперь точно у нас уже наша водосточная система будет справляться с потоком воды, с дождем. Вот. Все закрепил, все чик-чик-чик-чик. Здесь тоже самая аналогичная система. Все, мы закрепились, и вот так вот такой кусочек. Все отвел к малышу. Вот, тоже временно. Потом мы, когда двор оформим, все сделаем. Сделаем ливневочку аккуратненько. И туда, наверное, к огороду, либо какую-нибудь яму там выкопаем там в районе 2 кубов, чтобы вот эта вода туда сливалась. Наша прекрасная лестница, мы ее тоже погоняли. Это трансформер, имеет 4 секции, как вы видите. Вот такая она у нас компактная стала. Классно, это у нас все сделано из алюминия. Очень прочная, вес легкий. Транспортировать удобно. Сложили, загрузили и поехали. Есть ножки как с одной стороны, так и с другой. Вот здесь такие пластиковые заглушки, что позволяет нам делать хороший упор. Лестница никуда не едет. Применения у нее много. Вот. Также можно использовать в роли подмостей, как вы видите. Все прекрасно, быстро собирается. Довольно-таки она прочная. Вес она выдерживает до 120 килограмм. Да и вообще она мне зашла. Зашла. На сайте представлены разные размеры, поэтому, друзья, если кому интересно, это у нас бренд Вихрь. Ссылочку я на сайт официальный, друзья, оставляю. Все действует, гарантия. Также большой выбор, можете перейти, посмотреть. Вовремя мы успели. Я же говорю, погода портится, дождик. Все, вуаля, взяли мы лестницу, не 4-метровую, сейчас в длину, да, а получается метр у нас, и выходит длина. Уберем в нашу мастерскую, место мы обязательно определим, ну, либо под навесом оставим. Фу, так, что у нас, ага, здесь у нас все, вовремя мы закончили, а? Классно, теперь все, дела мы сделали, единственное, у нас осталось, я же говорю, еще одно маленькое дело, это... установка нашей насосной станции. Давно я хотел ее в себе поставить. Ну, как сказать, она у нас уже дома прилично находится. Ну, про нее я ничего не рассказываю. У нас, кстати, появились изменения вот здесь, в этой зоне, где окно в нашей гардеробной. Вот, кому будет интересно, переходите на наш семейный канал «Семья на позитиве». Увидите, что мы купили в гардеробную, какое у нас произошло обновление интерьера. Многим понравится, потому что прям уже выглядит совсем по-другому. Прям классно и здорово. Дорогой оператор. О, я прям себя чувствую, начал свободно. Как будто мне развязали руки. Вот мои руки. Да. Фу, часто и машут. Потому что их разминать, друзья, надо. Если руками не махать, как потом работать? Надо, чтобы все прекрасненько работало. Вот. Так что обновления все наши, обязательно заходите на наш канал, подписывайтесь, там не только у нас, знаете, там разговоры и болталки, а много что интересного. В общем, вот автоматическая насосная станция, многие, наверное, знают, для чего она, а многие, возможно, не знают. Ну, к примеру, у нас, я не скажу, что такие большие проблемы с водой, им, конечно же, наверное, нравится, когда прекрасное давление, стабильное давление у нас в системе, особенно когда ты идешь в душ, принимаешь, да, водные процедуры, и когда бывает такое, что давление слабое, просто оттуда приходится выжимать до последней капли. Летом большая беда, когда все начинают поливать, нехватка воды, и давления практически нет, у кого-то вообще не идет вода. Мы решили себе взять вот эту прекрасную станцию. Это у нас бренд Вихрь, модель ASV1200. Мощность 1200 ватт, производительность 70 литров в минуту, автоматический режим работы, максимальный напор
До 45 метров она поднимает. Гидроаккумулятор 24 литра и чугунный корпус, насосная часть. Полностью здесь все чугунное, классно. Я хотел, по крайней мере, установить данную станцию вот сюда, в нашу гардеробную, потому что у нас здесь вход нашей воды, и вот туда ее за стиральную машину поставить. Но очень тесновато, как это все будет выглядеть, и будет ли она тут шумная или нет, и как ее потом обслуживать. Нужно будет доставать стиральную машину, потом туда как-то подлазить. Я знаю, что насос нужно развоздушивать при запуске, вот, и тут есть, конечно же, свои такие маленькие головники. Второй вариант, я уже говорил, на улице устанавливать, но для этого нам нужно наш технический колодец расширить, потому что там просто сделать. Я, честно, я не понимаю, друзья, но вы делаете колодец, вы же туда, я понимаю, вы туда редко залазите, но все равно там вот просто туда сесть, там перепаять трубу, это вообще невозможно сделать. Вы вот так стоите в позе цапли, которая там пытается что-то где-то лягушку какую-то там рыбку найти, это вообще просто ну, нереально. Но я не говорю там делать 2 на 2, ну хотя просто вот сюда присели и занимайтесь спокойно, даже метр на метр это уже неплохо. Поэтому нам нужно будет скорее всего делать на улице, делать новый технический колодец. Туда мы будем подводить электропитание, потому что наша насосная станция, да, видите, она такая, ну, не сказать маленькая, не сказать большая. Работает от сети 220. Вот такая у нас красавица, четкая, все чугунная, видите, корпус не пластиковый. Первый раз она у нас, первый раз я с ней сталкиваюсь, но здесь, в принципе, ничего сложного нет по подключению, по настройке. В этом плане все вам расскажу, все покажу. Но перед этим, конечно же, мы, друзья, сделаем наш технический колодец, вот, и чтобы там уже было свободно работать. Тем более двор мы будем поднимать, уровень поднимется, и нам сразу мы, наверное, отольем чуть повыше, вот, чтобы потом уже головника не было, что да как, засыпется он, и сделаем все капитально, капитально так, как нам надо. Ну и, конечно же, знаю, вы будете спрашивать, где я приобретал данную станцию. Оставляю вам ссылку на официальный сайт vihor.su, друзья. Ну и лично от меня будет промкод на скидку 10% на все насосное оборудование до 15 числа марта месяца. Успейте воспользоваться прекрасным предложением, и пусть в вашем доме всегда будет прекрасное давление, хорошая и чистая вода. Работать и все остальное мы вам покажем чуть позже, это уже, видите, далее в наших прекрасных сериях. Так, обои, давайте обои, наверное, уже в следующем ролике мы покажем. Да и вообще уже ремонт детской, там уже конкретно уже подойдем к этому. Вот займемся. Главное, мы успели. Успели сделать неплохие, я бы сказал, даже хорошие, прекрасные дела. Съездили, помогли маме. Дома тоже свои дела уличные сделали. Вот. Чего и вам желаем, наши дорогие. Детская, если честно, я не ожидал. Не ожидал, спасибо громадное. Я думал, прям будет хейт конкретный. По покраске я красил, и у меня руки дрожали. Господи, что же сейчас будут писать? Ой, сейчас думаю, вот сейчас фанатеть начнут люди. Сейчас только начнут писать. Если честно, ну, 99, наверное, и 5%. Ребята, вы меня вообще удивили. Вы меня там, я не знаю, сравнили с каким-то там. И не только меня, и Наталью, чудо-дизайнеры, вы там вообще все там. Круто, классно, от души прям спасибо за это. Ну, не ожидал вообще, что вот так краска зайдет. То, что мы хотя просто там как бы ну ничего такого не сделали. Спасибо, поддержали от души. Также спасибо громадное выражаю всем нашим зрителям неравнодушным, которые откликнулись на нашу помощь в получении кнопки YouTube. Очень громадное количество. Наталья говорит, удаляй уже комментарии, уже все. Люди, там человек 100, наверное, точно сообщений в WhatsApp. Давайте, мы готовы. Германия, Израиль, Грузия, Франция, Армения. Ну, очень много с Казахстана написали. Очень много. Вот самая большая масса, это прям с Казахстана. Громадное вам спасибо. Одного человечка мы не выбирали по каким-то критериям, знаете, там, кто где живет. Просто он живет рядышком. Ну, как рядышком? Сколько? Ну, и он сказал, что ему как бы вот, он объяснил ситуацию, как он может помочь, да? И получается так, что она живет в городе Грозном, кстати, шикарный, прекрасный город, как там все сейчас изменилось. Я просто знаю, как он выглядит, я там неподалеку свое время служил, проходил службу контрактную. Вот, и мы ездили, вот, все видел, там площадь, все ну, четенько так. И она сказала, что знакомый есть в Казахстане, да,
что они живут, да, рядышком, и они могут получить эту кнопку даже автобусом, по-моему. Да, отправят, и она потом с Грозного отправит нам. Ну, сюда прямых, по-моему, рейсов нету, по-моему, ближайший до Моздока. Ну, в принципе, что нам тут до Моздока проехаться. Ну, в общем, то, что многие откликнулись. Откликнулись, спасибо громадное. Прям вот, вообще, вы капитальные красавчики. Вот, честное слово, прям вот я рад, что у нас такая классная, четкая аудитория. Поэтому, кто красавчик, друзья, вы... Капитальные, да, красавчики. Спасибо вам громадное за это, за все, мои дорогие. Все пусть вам вернется в миллион раз больше. Главное, конечно же, здоровья вам крепкого. Друзья, все, я побежал, очень много дел на самом деле. Увидимся прямо вот скоро. Нам мира, добра, любви, да и пусть, как всегда, все у вас будет хорошо. Все, мои дорогие друзья, обнимаю крепко. Все, я побежал. До скорых встреч. Всем пока. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that hurtful. I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that hurtful.